Самолет при вылете, при наборе высоты, а у него не произошла загерметизация салона. В связи с этим высота в салоне начала расти, и экипаж принял решение при такой неисправности вернуться в аэропорт вылета. Но сразу посадить самолет экипаж не мог. Нужно было сначала сжечь все топливо, поэтому и пришлось кружить над Красноярском пару часов. На борту Боинга было 113 пассажиров и 7 членов экипажа. При аварийной посадке никто не пострадал, разрушений нет. Боинг принадлежит авиакомпании «Таймыр». Сейчас на месте работает Енисейская транспортная прокуратура. Никаких комментариев надзорники пока не дают.